Пересекать украинскую границу автомобилем на приднестровских номерах запрещено. С 3 сентября к участию в международном движении будут допускаться только транспортные средства из непризнанного Приднестровья, имеющие регистрационные номерные знаки согласованного образца. И так называемые нейтральные номера вместе с другими автомобилями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы. В Министерстве внутренних дел Украины отмечают, что машины с другими номерами в Украину не пропустят. Это будет касаться и транзитных перевозок. Отмечу, что этот запрет хотели отложить до 2022 года.